Ребята, всем привет! Вы на канале «Страна Игрляндия», и у наших питомцев в игре есть небольшое обновление. А какое именно, мы сейчас проверим. Как вы видите, наши питомцы проснулись и отправились в ванную комнату. Том пошел по своим делам, а Анжела уселась в ванную и ждет, пока мы ее искупаем. Ну а Тому сначала давайте вернем его привычную шерсть Тома. Не знаю, как вам, но мне он таким нравится больше. А какая шерсть любимая у вашего Тома? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Что-то мои питомцы сегодня не очень послушные. Видимо, это связано с обновлением в игре. Ну что ж, наши любимчики уже искупались. Давайте мы Тома оденем, а Анжелу накрасим. С макияжем сегодня мы долго заморачиваться не будем. Возьмем обычную черную тушь и классическую ярко-красную губную помаду. А вот у Тома в гардеробе появился новый костюм ковбоя, который мы, конечно же, покупаем. А вы своему Тому уже успели обновить гардероб? Ну а к такому наряду, я помню, в гардеробе у Тома есть ковбойская шляпа. Сейчас мы только ее отыщем и обязательно оденем. Ну а наша Анжела тоже сейчас отправится в гардероб, только сначала почистит зубки. А вот и белая ковбойская шляпа. Посмотрите, как она идеально подходит. Наш Том настоящий ковбой, который хочет гамбургер. Ну все, Том, теперь можно и за стол. Только вот какие-то желания у тебя непостоянные. То ты хочешь гамбургера, а то тебе подавай напиток из золотого бокала. Но у нашей Анжелы наконец-то открылась новинка. И у нее есть неоновый панковский прикид. Посмотрите, какой же он прикольный. Мне он так понравился, что мы, конечно же, его одеваем. Но у нашего Тома обновились даже подарки. Посмотрите, теперь на коробках из-под подарочков нарисованы кактус и пустыня. Ну а пока наш Том рассматривает подарочек, Анжела подбирает прическу. К этому наряду можно одевать хипстерскую шапку. Но шапку мы одевать сегодня не будем, а сделаем ей волосы на одну сторону. А наш Том, шустрый кот, он отправился в полет. Ну а Анжела, как всегда, без ума от нового наряда. Кстати, а наш Том попал сегодня в Никарагуа. И пока Том помещает фоточку в альбомчик, мы с Анжелой отправляемся на кухню. Давайте дадим ей апельсинового сока, ведь она его так любит. Ну а наш ковбой решил ознакомиться с ежедневным заданием, в котором сегодня ему нужно изменить коврик в ванной комнате. Что мы сейчас с ним и сделаем. Ну а Анжеле на десерт дадим кокос. Кстати, ребята, как вам новые наряды наших питомцев? Это я про ковбойский наряд Тома и дизайнерский комбинезон Анжелы, который мы показывали в прошлой серии. Ой, даже не в прошлой, а позапрошлой серии. А кто не видел, обязательно посмотрите. И обязательно напишите свое мнение в комментариях. И, конечно же, по поводу неонового панковского прикида. Ну а наш Том выполнил ежедневное задание и отправился покорять вершины. А тем временем нашей Анжеле подарочек. Давайте посмотрим, какой же, вау, печенье. Как давно оно ей не попадалось. Ведь она у меня ужасная сладкоежка. Ну да ладно, Анжела, хватит с подарочками. Давай с тобой немножко поиграем. Например, в Бабл Шутер. Ведь мы в него давным-давно не играли. А пока наши герои будут играть в мини-игры, для вас, ребята, прозвучат приветики, которых сегодня очень много. И как обычно, первым приветики звучат именинникам, а именно Марии Китс, Танюше Котик, Наташе Сенчуковой, Людмиле Люсечкиной и Кате Ахметяновой и всему 7 классу. Также от канала «Страна Игрляндия» огромный приветик звучит
Полиночке Бородиной, Ксюше Егоренко, Черной Анастасии, Елене Боедовой, Алисе, Насте Веденеевой, Балатбек Нураю, Гули ТВ, Ангелине Фадеевой, Дианочке Литвиновой, Эрику Максимову, Саре Алада, Соне Никулиной и ее сестричке Кире. Также приветик Владке Восковской, Даше Тихомировой, Арине Кислицыной, Софии Хабатневой, Камиле Покусаевой, Дарье Тубальцевой и Насте Роковой. Еще привет Полине Резниковой, Марии Подвойской, Яне Лаврененко, Даше Никитишиной и ее подруге Насте Чмиль. Ой, а наш Том упал в пропасть, но за эту игру успел заработать, благодаря удвоению монет 60 золотых. Но на этом он останавливаться не собирается и отправляется в дорогу. А я тем временем хочу передать большой-пребольшой привет Волковой Валерии, Авакин Мадине, Кате Фрик, Инне Михайловой, Ангелине Мороз, Анастасии Дроздовой, Заре, Аллахвердиевой, Наде Смирновой, Ангелине Шаравьевой, Ольге Поляковой и ее подруге Юле Тементьевой. Еще приветик звучит Тане Вороновой, Наталье, Елене Ивлевым и их маме Любе. Также приветик Евгении Кузнецовой, Александре Осиповой, Ульяне Сумароковой, Анне Гончаренко, Варваре Мудро, Ивану Минееву, Сергею Гац и Александре Амелиной. Мурмяшный приветик звучит Асе, Савченко Полине, Веронике Огороновой, Артюшиной Лере, Насте Шершин, Ангелине Гончаровой, Марии Кравчук, Медине, Кате Мур, Диане Литвиновой, Юлечке Федуловой, мисс Иванке, Медведеву Никите, Гаджиевой Эсмире и сестричкам Анечке, Яне Хачатрян. Также привет звучит Марии Остряб, Анастасии Хорошиловой, Варе Анпилоговой, Мензоровой Софье, Алиночке Тамбовской, Алсу Аханенко, Насте Абрамовой, Анне Бойцовой, Сабине Кулага, Агате и третьему А-классу. Конечно же звучит приветик Денису, Анастасии и Руси Данмен, Алисе Александровне, Насте Мур, Артюшиной Лере, Динаре Аглиулиной, Арианне, Ксении Парис. Ой, а наш Том уже доездился и врезался в препятствие, но успел заработать вместе с удвоением монеток 66 золотых. Ну а наш Том на сегодня закончил свою игру и отправился домой, где его поджидают подарочки. Ведь рассматривать подарочки – это самое любимое его занятие. Ну а пока наши герои заняты своими делами, я передам еще несколько приветиков Настюше Шершень, Ярине Аватарии, шефу-повару Индире Ильясовой, Вале Анпилоговой, Рябцевой Марине, Ангелине и ее подруге Камиле. Также приветик Марии Букловой, Софии Шиянюк и Соломии Шиянюк. И последний приветик для Ксении Жильцовой. Ну а наш Том, видимо, немного устал и хочет отдохнуть. И раз уж наш Том находится в гардеробной, то давайте мы ему изменим шерсточку и сделаем ему блестящую звездную шерсть. Ну а наша Анжела что-то заигралась, и ей пора выходить из игры, иначе эта игра окажется бесконечной. Ну а Том у нас просто умничка, успел принять душ и сейчас оденет свою звездную любимую пижамку. Ну а Анжела не успела вернуться домой, как принялась за подарочки. И пока Анжела рассматривает подарки, наш Том уже улегся в постельку. Не мешало бы и нашей Анжеле отправляться в спальню, но сначала давайте ее умоем, смоем макияж перед сном и, конечно же, переоденем. Ну а от вас, ребята, я буду ждать комментариев по поводу новых нарядов. Да, кстати, у нашего Тома можно было сделать еще ремонт в гостиной.
Но этим мы займемся в следующей серии. Ну а с вами, ребята, как всегда, был канал «Страна Игрляндия». Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки и писать комментарии. А также подписывайтесь, кто еще не подписался. Ведь на нашем канале каждый день выходят очень интересные и новые видео. Ну а сейчас всем пока и до новых встреч!